Уважаемые сотрудники и руководители компании «Фортис», сегодня, когда вы отмечаете столетний юбилей своей истории, наш экипаж от имени отряда космонавтов Роскосмоса поздравляет вас с этой датой. 100 лет безупречной работы – это солидный срок для подтверждения международного качества. Мы желаем вам новых технических достижений и новых космических орбит. Признание достижений и заслуг компании «Фортис» мы передаем в ваш музей флаг Российской Федерации с оттиском печати российского сегмента Международной космической станции. Еще раз с юбилеем и удачи! 34-я экспедиция на Международную космическую станцию. Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и Роман Романенко.